У мене таке питання. У випадку прориву наших військ та вбивання клину до Маріуполя, як може змінитися ситуація на Донецькому та Луганському напрямках? Вочевидь, російські війська можуть спробувати вивести війська з Криму та перекинути їх на Донецьк-Луганськ. Там і так важка ситуація, а з урахуванням військ з Криму стане ще важче. Завчасно дякую. Ну, смотрите, вы, наверное, не смотрите на карту. Дело в том, что если мы выходим на Азовское побережье, то ни о каком переброске войск из Крыма на Донецкое направление речи быть не может. Потому что сегодня Крымский мост не работает по своей грузоподъемности, то есть эшелоны с техникой по мосту пройти не могут. По автомобили, там тралы с танками по мосту пройти не могут, автомобильная часть повреждена. Единственный путь снабжения тяжелой техникой это и вооружением Крыма, это паромная переправа. А вы представляете, что такое паромами перебрасывать войска на материк в район Тамани, а потом с Тамани грузить на эшелоны, везти на этот самый, на куда там, на Ростов, с Ростова на Донецк. Представляете, какой круг? Пока не перебросят эти войска, война закончится. Вот этим и почему россияне так и боятся, почему они стягивают войска под Мелитополь, под Бердянск, под Мариуполь, потому что они боятся оказаться в ловушке. Тот, кто не выйдет из Крыма до начала контрнаступления наших войск, тот все, тот попадает в ловушку. Особенно в Крыму. Поэтому ни о каком... Наоборот, им придется в этом случае российскому командованию придется снимать войска с Луганского, Донецкого направления для того, чтобы не допустить прорыва наших войск на Азовское побережье. А если они начнут снимать с Донецкого направления войска, то мы пойдем наступлением на Донбасс. То есть у русских качели получается. Мы их поймали в этом плане. Даже 400 тысяч не хватает для того, чтобы сбалансировать линию фронта. На 1000 километров 400 тысяч это не те войска, которые могут сбалансировать сегодня фронт. Если мы начинаем контрнаступление на одно оперативное направление, россиянам придется перетягивать войска с других направлений. Вот и все. В этом и состоит главное, почему Путин бесится и бьется головой о стену, просит перемирия. Почему Путин хочет мирных переговоров? Потому что он прекрасно понимает, как только мы будем готовы к контрнаступлению, все, кирдык. Им нечем будет защищаться. Они будут метаться с одного направления на другое. Они уйдут с Донецкого, мы начнем там. Они вернутся на Донецкое, мы продолжим на Запорожском. Вот и все, качели. В этом-то и опасность. Так что никак, повлияет, наоборот, позитивно повлияет, а переброски войск из Крыма не будет. А выход из Крыма через Перекопск сюда, на Херсонскую область, уже не будет 24 февраля 2022 года. Мы уже на Перекопске, там их и положим. Нашими огневыми средствами, даже дистанционными огневыми средствами. Второй заход в Украину уже на материковую часть Украины из украинского Крыма уже не состоится.